выглядит. Вот иду такими тропками среди леса по долинам. И вот так идешь, и ступеньки. Час идешь, два идешь, сотни ступенек. Специальные сети, чтобы не смывала сель. Там виднеется в долине закопание. В горах Татрах бруснику ем, вот эти брусники сыпано просто. Дорога идет среди Иван-чая. Зеленый став. Гора Костелец. Вот мы сейчас будем подниматься на нее. Вот так открывается вид по дороге на Костелец. Вот из таких камней больших хочется ходить. Тысячи ступеней. Идешь, идешь, идешь и идешь. Слева обрыв. Вот так приходится идти. Вообще сердце просто забивается. Надо очень медленно идти под счет. Раз, два, раз, два. Тогда еще более-менее нормально. Но если высокий темп брать, сердце просто выскакивает из груди. Вот уже надо по вертикальным стенам лезть. О! Не сюда.
Вот я дошел до вершины Коктейльного озера. Хребет Малого Костельца, там виднеется озеро, там тоже виднеется, очень красивые тут сосны, спускаемся с Малого Костельца. Ну, дорога, скажем так, ну строго какая-то, понятно, мышцы вот эти. Вот такой вот спуск. За мной обрыв и озеро. Вот такая дорожка с горами, скалами, очень здорово. Там уже виднеется озеро. Я иду туда. Если в походе закончилась вода, то с хрониска можно набрать. Поднимается ветерок, заносит тучами, возможно, пойдет дождь. Вот такая красота. Иду по хребту. Вот такая тропка, вообще суперская, красивая, обрыв, да, супер. Вообще красота. Super.